Всем здравствуйте, с вами Томас. Сегодня я вам покажу вот этот автомобиль, который передо мной вы видите сейчас стоит. Довольно большой популярностью он пользовался в GTA 4. Называется он в игре Comet, а в реальной жизни Porsche 100 тысяч, хотя довольно-таки быстрый очень. Ну что ж, давайте теперь его протюнингуем по полной и посмотрим, что он из себя представляет при полном тюнинге. Так, броня 100%, тормоза гоночные, кузов, лучше сменить эти бампера. Давайте поставим двигатель, глушитель, стволк, так, не двустволк лучше, аккумуляцион не надо, фары, ксеноновые номера, вот эти черные, окраска. Так, ну окраску давайте на потом оставим, каркас безопасности. Ну давайте поставим, чтобы по полной уже было бы. Так, ну нет, такой спойлер я не буду точно ставить. Давайте вот этот спойлер поставим. Подвеску раллийную, трансмиссия гоночная. Так, турбонадув, турбочунинг. Колеса нужны спортивные. Так, сейчас. Так, стекла черные. Цвет выкрасим, краска, основной цвет, классический, но я хотел бы, так, посмотрим. Давайте оранжевый выкрасим. Так, колеса теперь, цвет колес. В принципе, цвет не особо не важно, мне интересно даже вот сама скорость. Так, и крышки оранжевый дым, и все. В принципе, мы по полной прокачали этот автомобиль. Теперь давайте испробуем его на скорость. О, какая скорость. Один вот этот уже движок, да? Послушайте. Мощь. Как за 100 тысяч, я думаю, довольно-таки хороший вариант. Лучше вы точно автомобили за 100 тысяч и быстрее не найдете. Я вот так думаю. Вот такой этот автомобиль. Ну что ж, с вами был Томас. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем пока.